Слушайте, я бы хотел арендовать ячейку. Вы мне поможете? Вот и все. Доступ к ячейке в любое время, через час после открытия, за полчаса до закрытия. Вот ваш ключ. Спасибо. А если вы откроете у нас счет, получите 5% скидку и бесплатный овердрафт. О, я надеялся, что вы тостер подарите. С чего бы эту банку дарить вам тостер? Привет, мам. Я закажу тебе французский тост. Нет, спасибо. Наша терпеливая официантка Мэгги уже четвертый раз просит сделать заказ. Если я не закажу сейчас, будет невежливо. Я могу попозже подойти. Не, не надо. Я принимаю волевое решение. Блинчики. Хорошо. Никаких блинчиков. Я не люблю блинчики. Ты не что, надо. Коммунист? Так, мой друг будет блинчики и яичницу, а я буду хаш. Только куски покрупнее, ладно? Слушай, если ты возьмешь мне яйца с блинчиками, я тебе завтра беру. Но ты должен позавтракать. Завтрак – самая важная еда дня. А, мэм, забудьте о том, что он сказал, ладно? Не надо мне никакой яичницы и блинчиков. Принесите мне кофейку. А ему пару яиц. Я не хочу яйца, я хочу хаш. Хотя принесите пару яиц, а ему ржаных тостов. Никаких тостов, не люблю ржаные тосты. И блинчики. Ни блинчиков, ни может, тостов. Маленький оладушек? У вас не есть детские оладушки? Ни блинчиков, ни оладушек, ни ржаных тостов. Я люблю черный хлеб. У нас есть. Черный хлеб? Поджаристый. Мэгги, постойте, еще одну. Да. Это для вас. Вспоминайте это, пока опять не свидимся, если вдруг заскучаете по мне. Зачем так делать? Как? Подмигивать официанточке. Официантки меня любят. Тебя никто не любит. Ну так что? Что? Что-то нарыл. Ну, это вполне тихий банк. Осилим? Запуск. Отлично, я же говорил. Ты глянь, какой пончик. Хаш я сейчас принесу. Мэгги, а у вас здесь вкусные пончики? Лучшие в трех округах. Тогда будьте добры, принесите нам трех этих крепышей и заверните их нам с собой, хорошо? Хорошо. Спасибо. Ну что, пора действовать. Здесь наверняка есть пожарная сигнализация. Пойду-ка я отолью. Давай, иди отлей. Пойду и отолью. Доброе утро, сэр. Как дела? Доброе. Привет, Мэгги. Вы уж извините моего друга. Он в детстве башкой стукнулся. Не такой уж он плохой. Ошибаетесь. В чем дело? Внимание! Я прошу вас всех покинуть здание. Только без паники. Это может быть ложная тревога. Спасибо. Спасибо. Все вышли? Пожалуйста, выйдите на улицу. Ты иди, а мы с другом сейчас придем. Ладно. Только счет оплатим. Надо сваливать. Это все чаевые? 15%, как всегда. Нет, надо оставить 30. Ни за что, 15% это стандарт. Моя Мэгги вот-вот лишится работы, не будь ты жмотом. Ладно, было 5, а теперь 7. Молодец, пошли. Ну вот, идем. Сейчас. Что? Не может быть. Еще как можно. Ну ты их, Мэгги. Как там говорится, никогда не грабь банк напротив кафешки, где делают лучшие пончики? Верно.